У нас функционирует молодежный совет, функционируют различные программы поддержки молодежи. И мы никогда не упускаем возможности участвовать в таких масштабных мероприятиях на разном уровне, и на региональном, и на всероссийском. Мы думаем приобрести здесь знания какие-то, научиться, чтобы мы посмотрели, нам подсказали. Жду новых знакомств, новых знаний, новых эмоций, возможно, чтобы дальше было легче, интереснее работать. Вот, работаю я слесарем. На заводе работаю 2 года, состою в молодежном совете завода. Вот. Работа у нас проходит часто. С молодежью мы работаем, привлекаем их к работам, участвуем в разных мероприятиях. В обычной жизни они слесари и преподаватели, агрономы и трактористы, хирурги, медсестры и работники социальной сферы. Но на время слета все должности стираются. Организаторами мероприятия выступили Федерация профсоюзов Брянской области и региональный департамент образования. Каждый час форума рассчитан настолько грамотно, что скучать не придется никому. Сначала ребята будут учиться работать в команде, вне зависимости от профессии или статуса. Самое главное, что они реальные люди, которые работают и которые себя уже неким образом тоже активно проявили в предприятии или в организации, независимо от форм собственности. Деловые игры, квесты, флешмобы, мастер-классы и бизнес-тренинги. Насыщенная программа ждет около 100 ребят из разной сферы деятельности. Конкурс «Молодой профсоюзный лидер среди работающей молодежи», на котором как раз-таки ребята покажут, как они работают, как они показывают себя, как они и защищают интересы человека труда, как они работают вместе с молодежью на предприятии. Я надеюсь, что мы выявим самого достойного среди них. Все желающие задали наболевшие вопросы гостям слета, представителям органов власти городского уровня. Татьяна Жукова, Владимир Сидоров. События. Жуковка.